Всем привет из Сочи, вы на канале Танюшина Орхидеи Сад. Сняла свою красоту, своих парфюмерок с окошка. Окошко просто там, они так стоят, пока стоят в обратную сторону. И будут стоять, пока полностью не распустятся. Хочу, чтобы все веточки, все цветочки смотрели правильно, в одном направлении. Вот такая вот красота. Они сейчас стоят на полу, поливаются у меня вот так вот в емкостях. Приходится, да, их снимать, поливать. Так, одна, вторая. Вот это почти распустилась. Почти. Ох, телефон не хочет ловить. Вот такую красоту. Такие вот лапочки. Рядом стоит еще одна парфюмерочка, еще одна прелесть. У нее мутация по цвету, вот видите, кончики светленькие. Кончики светленькие, вот так. Убрала вспышку, не знаю, может быть, без вспышки будет лучше видно цветочки. Вот такая прелесть, хотя может быть и нет. Вот сейчас со вспышкой. Ну, вспышка немножко высветляет, но цветочки, конечно, получаются красивее. Вот так вот. Вторая кисточка. Здесь только-только цветочек раскрылся, еще вообще не набрал. Не набрал силу. Там ответвление еще. Тоже только-только-только-только. Не знаю уже, как лучше, без вспышки или со вспышкой. Вот такая прелесть. Так, сейчас вот так вот отодвинусь, покажу. Покажу, буду снимать понемножку и показывать, потому что на окошке очень проблематично. Они пока все в ту сторону смотрят. Вот такая вот красоточка. Тоже попробуем на нее наехать. Вот такую зайку. Очень красивая бабочка. Да, это не парфюмерка, но она просто миленькая. Бутоны у нее, посмотрите, какие красивые. А там еще один цветонос. Вот там. Только-только-только-только начинает открываться. Вот такая зайка. Вот. Потихоньку буду снимать. И вам показывать всю эту красоту. Когда полностью они все раскроются, тогда да, я их переверну сюда. А пока хочу, чтобы все раскрылись. Еще двух красоток достала с окошка. Это не парфюмерная фабрика, это бабочка. Так, на старом цветоносе. Вот там гонит новый цветонос. Ну, а вот это парфюмерная фабрика. Она у меня с деточкой. Там вот есть деточка. Вот. Вот такая красотка. Да, вот такая лайка. Лайка такая. Смотрите, какая прелесть. Это диффузион. Стала только-только распускаться. Еще вот даже вот этот цветочек, наверное, еще и цвет не набрал. Вот такая прелесть. Вот у диффузиона интересно. Сейчас покажу цветочек, потом покажу. Вот такая зайка. Посмотрите, он когда распускается, даже еще не распустился. На бутончиках вот такие ушки. Смотрите, как здорово. Когда бутончики начинают чуть-чуть подрастать, у него вот такие ушки образуются. Шкодно смотрится. На других сортах, даже у бабочек, у парфюмерок, я такого, ну, не видела. Вот такая вот красоточка. Тоже яркая, хорошенькая. Распускается позже всех. Тоже жду ее пока. Вот так вот. Шикарная розетка. Куча бутонов. Вот она даже немножко вот здесь вот в окно у меня прислонилась, вот видите, этой стороной. Я уже подложила там салфетку,
чтобы ну совсем к окну не прислонялась. И вот так вот она в окно немножко влипла. Сейчас поверну ее немножко другой стороной. К сожалению, узкие подоконники. Из-за этого вот так получается. Но они не на подоконниках. Цветут, но цветут плохо. Цветут цветочков меньше. Поэтому это окошко южное я отдала парфюмерным фабрикам. И еще нескольким моим мультифлорам. Вот такая прелесть. Вот это на соседнем окошке. Она уже полностью раскрылась, моя прелесть. На два цветоносика. Вот так. Фарфоровые цветочки. Я ее уже вот сюда, на свою сторону, уже ею любуюсь. Вот такая заечка. Заечка, заечка. Такая лапочка. Летнее немножко ярче цветение у нее. А вот сейчас вот такое. Это первое домашнее. Видите, деточка. Это моя деточка, которую я отделяла от мамы. И вот это у нее первое ее домашнее цветение. Маму я брала из точки роста. И вот детка с нее вот так у меня зацвела. Такая прелесть. Щечки румяные. Такая. Лепесточки, листики красивые. Я, честно говоря, даже не ожидала, что она соберется на два цветоноса мне цвести. Но вот, видимо, ей все понравилось. Вот так вот стоят на окошке. Пришлось уже немножечко вот так вот бумагу чуть-чуть сделать, чтобы к окну не прислонялись цветоносы, чтобы не погорели. Вот так вот у нас, у меня стоят они на окошке. Жду, пока полностью откроются все бутончики, потом переверну, чтобы любоваться. Ну и, наверное, на этой красоте я пока закончу свое видео про окошко. Она тоже стоит вместе с парфюмерками. И вот вы посмотрите, какой потенциал у этой орхидеи. Бутоны какие красивые, да? Это тоже мультифлора. И это тоже первое домашнее цветение. Посмотрите, какая умничка. Она немножко крупнее, мультифлор. Такие вот яркие-яркие замечательные цветочки. Она вот прям, не знаю, фуксия. Такая красивая, замечательная. Такая вот с темной серединкой. Распускается вот так вот чуть темнее. Этот цветочек только сегодня лопнул. А потом становится более вот такой фуксиевой. Такой вот, такой. Очень красивая орхидея. И она умничка. У нее уже были детки, и она мне там растит вон еще одну прикорневую детку. Наверное, скоро буду отделять, а то ей там совсем темно. Вот так вот. Такая, такая зайка. Ну вот, показала вам немножко тех, кто у меня стоит на окошке. Мои красотки, им там очень нравится, потому что там светло, и они у меня цветут вот так вот на два цветоноса. Почти у всех это первое домашнее цветение. У Дастибель первое домашнее цветение, но здесь второе домашнее цветение, здесь первое домашнее цветение, здесь тоже первое домашнее. Причем я ее спасала. Я ей наращивала полностью корешочки. Полностью все, потому что у нее не было корней. И вот, вот она так стала сейчас зацветать. Вот такие вот зайки у меня. А вам хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего.
А я буду вам показывать свою красоту. Покажу потом еще раз, когда уже переверну их на окошке, поставлю лицом к себе, чтобы уже любоваться. Покажу полностью, как это будет выглядеть. Пока любуюсь только, когда поливаю вот этой красотой. Всем пока-пока!